загадочной северной столицы. Особую прелесть городским пейзажам придает вода. Реки и каналы Петербурга омывают его острова и веселый прохлад метаполиса замысловатый узор. Все петербургские дворцы, особняки, театры, соборы, гостиные дворы и даже казармы, одним словом, вся эта роскошная каменная симфония возводилась таким образом, что все ее достоинства в полной мере можно оценить с воды. Сады дворцов, отраженные в речной глади мосты с изящными оградами. Эти картины, словно самоцветы в калейдоскопе, составляют портрет прекрасной и загадочной северной столицы. Особую прелесть городским пейзажам придает вода. Реки и каналы Петербурга омывают его острова и рисуют на карте мегаполиса замысловатый узор. Все петербургские дворцы, особняки, театры, соборы, гостиные дворы и даже казармы, одним словом, вся эта роскошная каменная симфония возводилась таким образом, что все ее достоинства в полной мере можно оценить сроками. Впереди Лежан – один из самых известных и красивейших мостов Петербурга – Онечков. Украшают его четыре скульптурные группы «Укротители коней». Это аллегория покорения человеком природной стихии. Их автор – скульптор барон Петр Карлович Плот. Изготовлением статуй от лепки до отливки скульптор занимался лично в литейной мастерской при Академии художеств. Успех группы Плот уже необычайный. Император Николай I подарил прусскому королю. Их установили у главных ворот Королевского дворца в Берлине. Еще две такие скульптурные копии украшают Королевский дворец в Неаполе. На правом берегу Фонтанки разместился Онечков дворец, построенный в середине 18 века по распоряжению императрицы Елизаветы Петровны под руководством архитекторов Зинцова, Дмитриева и Растрелли для своего фаворита, графа Алексея Григорьевича Разумовского. Название дворца, так же как и моста, связано с фамилией офицера Онечкова, командовавшего батальоном, располагавшимся в первой половине 18 века в одноименной слободе неподалеку. Это первый дворец на Невском проспекте. Тем не менее, его фасад обращен в сторону Фонтанки, поскольку в 18 столетии набережные играли большее градостроительное значение, нежели Невский проспект. Изначально гавань перед дворцом вел канал, по которому гости прибывали на его территорию. Позже канал был засыпан. Сейчас главный фасад дворца перекрывают два корпуса, возведенные в стиле классицизм в начале 19 века Джакомо Кваренди. Там располагался кабинет его императорского величества. На набережной Фонтанки, справа от нас, мы видим изысканное здание в стиле классицизма. Особняк, известный как дом Кречневой, один из немногих исторических зданий в Петербурге, который сохранил свои изысканные интерьеры до наших дней практически в первозданном виде. Интерьеры создали лучшие скульпторы и художники начала 19 века. Для интерьеров по рисункам Луиджи Руско изготовили многие древние картины. Внутренняя отделка хорошо сохранилась. Плафоны и пейзажные стенные панно выполнил Джованни Скотти. Скульптурный фриз на античные сюжеты, поклонение Гермесу, встреча Афродиты с Аполлоном, жертвоприношения были созданы скульптором Иваном Теребеневым. В настоящее время в особняке находится концертный зал «Дом Почневы». Мы находимся у одного из самых красивых мостов – моста Ломоносова, названного в середине 20 века в честь русского ученого. В 80-х годах 18 века через Фонтанку было переброшено 7 одинаковых мостов-близнецов. Впереди как раз такой мост.
У него 4 гранитных башенки, средний пролет раньше был деревянным двухкрылым и разводился с помощью цепей, а в башенках скрывались разводные механизмы. Старинное название моста – Чернышов, а современное – мост Ломоносова. По ним проходит улица Ломоносова и справа обмененная площадь. Ионичков и Симеоновские мосты когда-то выглядели таким же образом. Сейчас на Фонтанке осталось только 2 таких моста, остальные были реконструированы. Далее обращает на себя внимание бирюзовое здание, построенное в 1878 году по проекту Людвига Фонтана, выходца из Швейцарии. Его фасад сочетает элементы барокко и ренессанса, стилей, часто используемых архитекторами 19-го столетия. Граф Антон Степанович Апраксин был инициатором строительства этого особняка. В то время существовала государственная монополия на организацию театральных представлений, не допускавшая деятельности частных лиц. Поэтому владельцы здания были вынуждены сдать его в аренду дирекции императорских театров в качестве вспомогательной сцены для труппы Александринского театра. Этот императорский театр получил название «Малый драматический». Здесь часто выступали знаменитые зарубежные артисты, приезжавшие на гастроли в Петербург. Актрисы Элеонора Дузо и Сара Бернар, танцовщица Айсидора Дункан, итальянский певец Маттио Баттистини. На сцене театра давались оперетты, проходили симфонические концерты. В советское время здание было национализировано и в 1920 году передано в распоряжение труппы Большого драматического театра, основанного по инициативе Максима Горького. В середине 50-х годов главным режиссером театра стал Георгий Товстоногов. Ему удалось превратить театр в один из самых известных в стране. Далее мы видим двухэтажное желтое здание, центральная часть которого акцентирована белыми колоннами. В нем находились казармы лейб-гвардии Московского полка. Московский гвардейский полк – один из самых молодых. Первоначально этот полк именовался лейб-гвардии Литовским полком, но позже был переименован в честь того, что в 1812 году он героически защищал Москву. Отсюда утром 14 декабря 1825 года офицеры-декабристы, братья Бестужевы и Щепин-Ростовский вывели часть восставшего полка на Сенатскую площадь, куда первым пришел именно Московский полк. Путь декабристов на Сенатскую площадь проходил через Семеновский мост, расположенный рядом. Его название связано с дислоцировавшимся неподалеку лейб-гвардией Семеновским полком. Модерн и украшенная большим количеством лепных и металлических декоративных элементов. Этот дом принадлежал Зинаиде Николаевне Юсуповой, блистательной красавице, талантливой исполнительнице русских танцев и наследнице сказочного состояния. Зинаида Юсупова была одной из самых завидных невест Российской империи. Ее портреты писал модный в то время русский художник Валентин Сирот. В конце 19 века Юсуповы считались одной из самых богатых семей России. Они владели заводами, мануфактурами, рудниками, бумажными и винокуренными фабриками, доходными домами, усадьбами, поместьями и дворцами на набережных Петербурга. По благосостоянию Юсуповы могли бы посоперничать с самими Романовыми. Впрочем, семья сумела породниться с императорской фамилией. Младший сын Зинаиды Юсуповой, Феликс, женился на племяннице Николая II, княжне императорской крови Ирине Александровне Романовой.
На правом берегу находится три трехэтажных похожих дома, чьи фасады выкрашены в розовые, желтые и голубые цвета. В народе эти здания известны как «Три сестры». Эти дома принадлежали дочерям Марка Федоровича Полторацкого, руководителя императорской творческой капеллы. Здание возводилось в 90-х годах 18 века в стиле классицизма. Но только два первых дома сохранили первоначальный облик практически без изменений, в то время как последний дом голубого цвета был перестроен в середине 19-го столетия. В нем жила дочь Полторацкого Елизавета со своим супругом Алексеем Николаевичем Олениным, директором публичной библиотеки и председателем Академии художеств. Этот дом был известен благодаря литературно-художественному салону семьи, который посещали писатели, композиторы и художники Кипренский, Крылов, Жуковский, Глинка, Пушкин. Хозяйка дома Елизавета Оленина приходилась теткой Анне Керн, которой Пушкин посвятил свои стихотворения, самое известное из которых «Я помню чудное мгновение». Принято считать, что знакомство поэта с девушкой произошло именно у Алены. Рядом располагается Обуховский мост, названный по фамилии посадского человека Обухова, построившего здесь мост в 1717 году. В 30-х годах 18 века мост назвали Саарским, поскольку он находился по дороге на Саарскую мысу или Царское село. Но это название не прижилось. В конце 30-х годов 20 века мост полностью перестроили, так как он был значительно уже Московского проспекта, продолжением которого является и сейчас. Габариты современного моста позволяют беспрепятственно осуществлять движение по Московскому проспекту, одной из центральных магистралей города, ведущей в Москву. Большое желтое здание справа, обрамляющее Предмостную площадь, один из корпусов Петербургского государственного университета путей сообщения. Он был возведен в середине 20 века по проекту архитектора Кузнецова. Университет занимает обширную территорию, на которой находятся здания разных эпох. За двухэтажными корпусами справа расположено самое первое здание, с которого начиналась история нынешнего университета путей сообщения. Сначала это был один из дворцов, принадлежавших семье Юсуповых, который построили в классическом стиле в конце 18 века по проекту Джакомо Кваренди. В начале 19-го столетия владелец дворца Николай Борисович Юсупов приобрел усадьбу Архангельская под Москвой. Поэтому продал дворец в казну, и в нем разместили институт корпуса инженеров путей сообщения.